Вот они уже понимают, что мы подходим. Проситься начинают. Ой. Кто такие, а? Кто такие? Ай, пандочки мои. Вы пандочки. Да, и мамка тут лежит, еще мозолик грызет. Все, побежал. Ой, Маша там начесывает. Ты чё, как зелёта? Ты уже понимаешь, султанчик. Султанчик, он уже понимает. Иди сюда, султанчик. Ой, все, вот сообразительная. Да, скажи, все понимаем уже. Все понимаем. Мамка тут лежит, еще дразнит. Подхрюкивает аж. Да, да, уже голос. Голос наш знает уже. Да, мои хорошие такие. Все уже. Да, скажи, самостоятельные мы шабаки. Ой-ой-ой, еще это завывают. Что такое? Красотень. Что такое? Вы же сюда хотите, да? Ой, ничего себе, какие злые, а? Султанчик. Так, смотри, Маша, чтобы этот не свалил. Да, мои хорошие. Такие большие уже. Волчары выросли, волчары. Да, скажи, волчары мы. Начнут скоро играться. Может, тут регулируют, чтобы они лампу не свалили на себя. Ой! Чего это там попалось? Ой, будь здоров. Ой, будь здоров. Вот они. Джей, сегодня тебя зовут. Все спать хотят, наверное. Все-все. Побесились и улеглись. Ты куда, Лортик? Лортик, ты куда? Ты куда такая малипушка? Скользкое одеяло это. А это что за красивая такая спит, а? У нее, кстати, у одной нос еще светлый. Ну да, да, у нее пятнышками. Ой, масочка какая великолепная, да. Красивая у султана масочка. Вот они обожают эту одеялку, они в ней прячутся. Джейс! Ох, грызет. Багирочка, Багира. Все, ушки у нас уже отлипли, да? Отлипли, скажи, ушки, вон они уже. Скоро торчком будут стоять.
Да. Ой, ты сейчас, по-моему, пойдешь в обморок. Ой, Берега. Все. Как начинаешь снимать все? Все спать. Эй, блогеры, вы что? Я кого снимать должна? А? Все. Смотрите, разница у них. Все, все спят, все. Султанчик. Ну и все. И все спать легли. Вот если надо успокоить, начинаю снимать. Все, самые спокойные детки.